Качественная современная артерия автомобильного движения – это еще один важный шаг навстречу свободному городу и чистому воздуху. Строительство объекта началось в 2006 году. Он был разделен на 4 очереди и 5 пусковых комплексов. Это 5-й пусковой комплекс второй очереди, который соединит Нижегородскую область и дорогу Владимир-Муром напрямую, то есть не через Муром, как это было раньше. В сжатые сроки, пусть и не без определенных сложностей, строителям удалось справиться с поставленной задачей. Трудности в том, что здесь все-таки присутствуют 3 путепровода, это 2 на развязке и 1 через железную дорогу, поэтому с этим была связана трудность то, что сроки были короткие, нужно было сооружать эти путепроводы в зимний период, поэтому пришлось утеплять путепроводы, бетоном работать, непрерывно бетонировать, поэтому вот в этом была сложность. Вторая сложность – это то, что трасса проходила по слабым грунтам, и поэтому тут нужно было забить не менее 7000 свай в первоначальном проекте, поэтому мы немножко изменили, новейшие технологии применили, это стабилинку, сетку специальную, такую очень сложную, обернули 70 сантиметров гранитного щебня в эту сетку. В строительстве этого обхода были использованы новейшие технологии. В основе – современные полимерные материалы. На свежем асфальте только что построенные автомобильные дороги собрались первые лица города и области. Представители различных организаций и предприятий, жители и гости Мурома. Все они стали свидетелями важного исторического события на Муромской земле, в которое было вложено немало бюджетных и физических сил. Объемы большие, суммы большие. За этот период вот вложен на этот объект где-то в пределах автоперевозок около 6 миллионов кубов грунта, каменных материалов, железобетона и все прочее. Очень сложный объект сам по технологии, по конструктивам. Строила ГУП ДСУ-3. Сергей Чурилов, начальник управления проектирования и строительства автомобильных дорог «Росавтодор», выразил благодарность Светлане Орловой и Евгению Рычкову, а также представителям Нижегородской области за конструктивный подход к строительству исторически значимых объектов. Слова благодарности выступающих звучали и в адрес главных специалистов, дорожных работников, коммунальных служб, ГИБДД, завода ЖБИ и всех служб, которые оказали посильную помощь в строительстве этой автомобильной дороги. Поздравляю вас с открытием 5-го пускового комплекса обхода города Мурома. Экономически сильная держава, которая владеет сильной дорожной инфраструктурой. Это наша частичка, это подарок как Владимирской области, так и в целом России. Удобство продвижения как на юг, так и на Московскую область. Слова были подкреплены ценными подарками, в их числе ноутбуки, навигаторы и автомобили. Творческие коллективы города подготовили по случаю открытия целую праздничную программу. Песни и танцы вдохновляли на новые свершения. Новый участок объездной дороги был освящен и окроплен святой водой. Было предложено установить в этом месте стеллу. Муромская икона Божьей Матери и святых благоверных князей и преподобных Петра и Февронии. Муром – это город любви, мира. И всем вам пожелаем этого. Да хранит вас всех Господь. Вместо красной ленточки специальными ножницами была разрезана цепь. После символичного открытия движения по 5-му пусковому комплексу двинулись большегрузные легковые автомобили, мотоциклисты и велосипедисты с почетным званием «Первые». Несмотря на то, что праздник сегодня проходил за городом, это праздник для города, потому что сегодня часть улиц наших вздохнут более спокойно, более свободно. Такие улицы, как Войково, как Куликово, там будет меньше большегрузных автомобилей. И люди не будут жить, как на землетрясении, как при землетрясении, когда их трясет многотонные машины. Я считаю, что это праздник наш, праздник города, с чем вас и поздравляю. Общая протяженность автомобильного объезда Мурома составит 22,5 километра. Последний участок планируют открыть в декабре 2014 года. 5 сентября состоится конкурс на определение подрядчика. Водители уже могут оценить преимущества нового пускового комплекса. Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Муром.